Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Смерть Моисея. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавицкой против Беффигура. Никто не знает места погребения его даже до сего дня». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.